Мы продолжаем рассказ о людях труда. Уже много десятков лет сеет разумная, добрая и вечная семья учителей Михайловых из села Чувашская Сарма, что в Аликовском районе республики. Эти талантливые и трудолюбивые учителя вырастили не одно поколение. 77 лет на двоих составляет педагогический стаж учителей английского и чувашского языков Вячеслава Дмитриевича и Маргариты Алексеевны Михайловых. Оба они выпускники Чувашского педагогического института. Один раз встретившись в его стенах, они уже больше не разлучались. Живут вместе уже 52 года, воспитали 4 детей. Одна из дочерей, Алина, продолжает семейную династию и работает педагогом начальных классов. Но своими детьми учителя считают по праву и всех учеников, которых они не обучали языкам. Свой секрет педагогического мастерства супруги Михайловы не скрывают. Если любишь детей, они тебя в любое время поймут. И тебя полюбят, и твой предмет полюбят. И с удовольствием они будут сидеть на твоих уроках, учиться и подражать своему любимому учителю во всем. Самое главное – еще быть самому будущему учителю человеком, чтобы он был добрым, хорошим, приветливым. Не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Кавалер Ордена Трудового Красного Знамени Вячеслав Дмитриевич Михайлов – активный участник художественной самодеятельности, играет на балалайке и даже пишет стихи для артистов чувашской эстрады. Отличник народного просвещения Маргарита Алексеевна не уступает мужу в литературном таланте. Ее драма «Судьба» поставлена на сцене Республиканского театра юного зрителя. Их вклад в поддержание семейных устоев отмечен медалью «За любовь и верность». Родион Архипов, Олег Якимов, Республика.